слышала, что он говорил, но я типа услышала про извинения и все. И заплакала. Тут, ну, как бы многого не надо. Какие у тебя переживания? Жизнь говно. Одиноко тебе. Я уже заведомо растерялась о том, что это резюме нашего Лобнова. А Яна Захарова послушала про отношения тех пар, про которые мы сейчас говорили, и сказала, жизнь говно. Жизнь. Подытожили. Но. Подытожили, да? Но! Мы с Ермаковым оптимисты, да. И мы верим в лучшее, да, Леха? Конечно, поэтому я напоминаю, что сегодня, ребята, у нас новые лица, они сейчас сюда войдут, и, возможно, слезы Яны Захаровой превратятся в улыбку. Да. Поцеловал ей ручку. Что-то грустное такое. Да ничего, вчера девишь.